Привет, мои друзья! Привет, мои хорошие! Поздравляю всех с наступающим Новым годом! И я хочу сделать необычное видео. В этом видео будет краткий обзор некоторых блогеров, их заработков на YouTube за декабрь месяц и за все время существования канала на основе моего опыта и моей творческой студии. Приятного просмотра! Канал Светлана Тарлавина, который показывает нам в основном мукбанг. Это звезда TikTok, которая недавно перешла на YouTube и прекрасно себя чувствует. Этот канал зарабатывает очень даже прилично за все время существования канала. Его посмотрели 25 120 035 раз. А за последние 30 дней этот канал посмотрели 5 044 000 раз. А сейчас мы посчитаем, сколько эти просмотры стоят. За все время существования канала заработано 31 168 долларов. По состоянию на 30.12.2021 года эта сумма в российских рублях составляет 2 295 523 рубля. За последние 30 дней 5 044 000 просмотров соответствует 7 616 долларов США. В российских рублях эта сумма составляет 560 918 рублей. Естественно, погрешность может быть, но невелика, так как я беру во внимание творческую студию мою и Таша Муляр. Можете посмотреть, у нее на канале есть видео, где она открывает свою творческую студию. И я взяла сумму оплаты за 1000 просмотров именно из этих двух студий. В гостях у тещи. Подписчиков у этого канала 134 тысячи. Общее количество просмотров за все время существования канала 18 980 737 просмотров. За последние 30 дней, то есть за декабрь месяц, просмотры составляют 1 853 тысячи. В денежном выражении 18 980 737 просмотров равно 23 725 долларов США. В рублях российских это составляет 2 483 846 рублей. За последние 30 дней 1 853 000 просмотров равны 2 798 долларов США. А в российских рублях эта сумма составляет 206 072 рубля. Вот, мои дорогие, в гостях у тещи, которая у нас попрошайка, которая у нас рекламирует Avalon Technology, которая у нас прибедняется, зарабатывает на YouTube в месяц 206 тысяч рублей. Канал Галина Кухня. У нее несколько каналов, но мы рассмотрим один. Подписчиков на этом канале 2 миллиона 460 тысяч человек. Канал существует давно, с 16 года. Все знают, наверное, такого кулинарного блогера, как Галина Кухня. Так вот, мои дорогие друзья, мы возьмем только один, именно кулинарный канал, чтобы не затягивать видео. В этом месяце за 30 дней Гали подписалось 40 тысяч человек. А за все время существования канала Галина Кухня посмотрели этот канал 327 115 572 раза. А за последние 30 дней Галину Кухню посмотрели 7 434 тысячи раз. Сколько же это в рублях? Сначала мы посчитаем, сколько это в долларах. 327 115 572 просмотра стоят 408
843 доллара. А в российских рублях эта сумма составляет по состоянию на 30 декабря 2021 года 30 111 286 рублей. За все время существования канала «Галина кухня» заработали 30 111 286 рублей. За последние 30 дней просмотры 7 434 тысячи соответствует 11 225 долларов США, а в российских рублях эта сумма составляет 826 721 рубль. В расчет беру стоимость за 1000 просмотров из своей творческой студии и студии Саши Муляр. Так что, мои дорогие, наш блогер кулинарный Галина Кухня зарабатывает вот такие миллионы с канала YouTube. Следующий канал, который мы сегодня рассмотрим, это «Пиратская жизнь Нина и Вовчик». У этого канала 35 тысяч подписчиков. Просмотры за все время существования канала 43 547 348. А за последние 30 дней просмотры 2 263 тысячи. Сколько же это в денежном выражении? 43 547 348 просмотров соответствует 56 934 доллара США. А в российских рублях эта сумма составляет 4 193 тысячи рублей на 30.12.2021 года. За последние 30 дней, то есть за декабрь месяц, просмотров у Нины и Вовчика 2 263 тысячи, что в долларах США соответствует 3 417 долларов США. А в российских рублях эта сумма составляет 251 662 рубля. Так что наша Нина и Вовчик заработали за декабрь месяц с повышенной стоимостью рекламы. Я думаю, что погрешность будет небольшая. 251 662 рубля. Следующий блогер. Нюркина жизнь. Подписчиков 31 700. Общее количество просмотров за все время существования канала 6 910 807. За последние 30 дней, то есть за декабрь месяц, просмотров 534 516. В денежном выражении 6 910 807 просмотров равняются 8 637 долларов США. А в рублях эта сумма составляет 636 115 рублей на 30.12.2021 года. За месяц просмотры 534 516. В долларах США эта сумма равна 806 долларов США. А в российских рублях эта сумма составляет 59 361 рубль. Вот такой доход имеет канал «Нюркина жизнь». А на этом я сегодня с вами прощаюсь. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Пишите, какого блогера посчитать доходы на YouTube. Хочу вам напомнить, что видео мое развлекательное, все совпадения случайны. Выражаю свое личное субъективное мнение. Пока-пока!